Вот это сила. Словно земля внезапно разверзлась. Здесь было землетрясение. Интересно, куда идет?
Могу это взломать. За сломанными панелями что-то есть. Может, удастся пробиться?
Нет смысла тратить электричество. Я доберусь. Оглушена! Надо бить! Длина шеи. Видимо, землетрясение нарушило процесс.
осталось добраться до ядра и извлечь данные. Вот это нехорошо. Полезная штука. Thank you.
Данные для перехвата. На шее заблокировал платформу. Придется искать другой выход. Кажется, под ядром есть пространство. Может, удастся протиснуться. Даже весело.
убийцы охотников сильнее обычных машин. Нашей тут надолго. Можно перебраться, если выбрать момент. Машина очень тесная. Кислота ее не берет.
можно перебраться, если выбрать момент. Перебраться можно только поверху. Thank you.
защиты.
Ой-ой-ой! Гости!
Я слышу, как приделывают голову. Голова на месте. Здоровяк готов. Но железная рука держит его на месте. Если перехвачу длинно шею, он сможет освободиться ударной волной. Приятно снова дышать свежим воздухом. Да и видок неплохой.
Ее можно повредить кислотой. Торгуем, как охотник с охотником. Удачной тебе охоты. Обретёшь ты изобилие. Thank you.
Живым и бьем в цель на охоте и в делах. Все липкая, проклятая жара.
Забыл рассказать. Когда я был в тайном сполохе, мы выпили по кружке с рассказчиком. Как его? С Темуром? Точно. Он болтал о какой-то штуковине, которую видел в руинах. Поможешь ему достать ее? Постараюсь, когда буду там в следующий раз. Я смотрю, ты Нак любят своих. У меня для тебя новость. Ты, как всегда, неотразим. Говорят, Морлунд отыскал что-то ценное в пустыне. Подумываю отправиться туда и убедиться лично. Уверена, они будут там. Может, наведаться к ним, как буду там. Узнать, чем занят Морлунд. Тут какие-то Тенак построили заставу. Проходил мимо, так меня едва не подстрелили. Тебя, между прочим, все слышат. Ну вот, еще целую смену терпеть свою наглую руку. Уверена? Тебе понадобится припас. А, если снова придется есть тушеную кабанину... Нет, это не она.
Не может быть! Значит, ты не... Элой, ты поможешь мне в охоте на машины? Победительница, приветствую. Элой, сюда. Эта машина выдержит любой холод. Заморозка не поможет. Победительница, приветствую. О, ты пришла. Я тронут. Тут небольшой беспорядок. Наши солдаты обычно готовятся тут к загону машин в каньон и сбору деталей. Если нужны припасы, бери. Добыча недалеко. Иди, я следом. Сюда. Чем скорее добудем сердца, тем быстрее получим воду. Как так? Чужеземка согласилась нам помочь, а клан нет. Это наша предводительница. Часто говорит, что воды в пустыне мало. Но вряд ли в палящем копье умирают от жажды. И в ее отряде. Нашим кланом должен править тот, кто умеет сражаться и выживать. Это ты сейчас о себе говоришь? Я бы дал каждой деревне столько воды, сколько нужно ее жителям. А разве Джитака не сказал, что у вас и делить-то особо нечего? Я бы придумал, где взять воду. Решение есть всегда. На месте. Давай обсудим план и приступим. Я достану их сердца, если это решит проблему с водой. Решит. Мы загоняем машины в тот каньон, блокируем выход и валим их. Так, нам нужно перебраться через ограждение, а потом... Будь готова. Я потерял там много людей. Но на этот раз со мной победительница. Иди, я следом. Собирай все сердца, я потом их заберу. Морозить ее бессмысленно.
волю ходит. Ты любишь все исследовать. Я давай, давай! Но поспеши. Вот так и продолжай! Нужно проститься с погибшими, вернуть их значки родным. Будет здорово, если ты соберешь сердца.
Надо брать, пока есть. Все детали у меня. Надо отнести их в Дракке. Пусть крылья десятых унесут тебя домой. Сердца у меня. Вернемся в острую длань. Да, теперь мы можем забрать тела солдат. А, постой! Раз уж ты способна справиться со стайкой машин... Я хочу вернуться туда, где напал Громозев. Я потерял там много людей. Нельзя оставлять их гнить. Они заслужили почести. Ты пойдешь со мной? Да, пойду. Я рад, что ты со мной. Слишком многие гибнут за пару глотков воды. Ты пытался говорить с предводителем из палящего копья? А, она понимает только язык стрел, выпущенных из лука. Кстати, если до этого дойдет, буду рад твоей помощи. Я не хочу вмешиваться. Ну, спросить-то стоило. Мы пришли. Здесь Громозев напал на мой отряд.
Мне жаль, Драка. Они погибли как воины. Пожалуй, начнем. Выживший. За скалами. Под землей. Они под землей. Кто под землей, боец? Нарокопы! Бой! Делает свое дело. Громозев вернулся. Нам будет нелегко. Мертвых лиходеев. Используем их пушки. Есть. Надо сбить пушки с тех лиходеев. Пусть теперь мне послужат. Потерпи, брат!
разбита. Надо его взять. Посмотрим, на что способна эта штука. Готово. Теперь найду Драко и того солдата. Я думал, я уже не жилец. Ты хороший солдат. И вернешься домой. Благодаря ей. Это ты решил, что нельзя бросать людей?
Я знаю, что о многом прошу, но можешь доставить сердца в острую длань? Мы пойдем следом. Конечно. Не спешите. За сердце того громозева мы получим достаточно воды. Спасибо, Элой. О, ну и жара. Здесь нужны ледяные снаряды. Thank you.
Ее обжигает плазма! Теперь им придется туго. Thank you.
Прямо дай боль! Прими нашу дружбу. Если бы только мой... Хороший прием! Я слежу за тобой. Черт! У меня все без обмана. Ты вернулась. А где Драка? Уже здесь, духовник. Прихватил с собой немного багажа. Она добыла сердца и сердце Громозева. Ты бы видел это пламя пустыни. Вот. В честь нашей доблестной победы. Великой победы. Предводитель будет рада о ней услышать. Доставь их поскорее в палящее копье. И расскажи, сколько людей погибло за них. Охотница, поговорим? Я слышал, что ты сделала в роще. Говорят, ты не только мастерица лука и копья, но и обладаешь особым зрением. И умеешь видеть то, что связано с предтечами. Можно сказать и так. Так это правда. Ты много сделала для клана. Но наши проблемы гораздо сложнее, чем думает Драка. Может, твое особое зрение сможет нас выручить? А в чем именно проблемы? Не здесь. Встретимся в палящем копье. Я все объясню. Увидимся, как доберусь туда. Хорошо. Это вопрос жизни всего клана.
Наверное, это срез воды. Каталло предложил зайти сюда за припасами по дороге к парому. Ты слышала, Эдина? Ага. В следующий раз, как буду свободна, схожу в рощу и сама. Да будет. Ты тоже как твой клинок. Знаешь, я думала, вождь Хикаро придумал единое единство. Видимо, я ошибалась. Ладно, срез воды позади. Значит, надо идти на запад, на побережье. Паром Крон где-то там. Доска лежит, фигура. Да воссияет твой знакомый. Был. Мы все знали, что легалом и понятно. Получил приказ. Я видел. Эй! Подходи, поторгуем.
тысяча не остановит. Мой клинок заслужил славу в храме. Даже чужеземцы твоя храбрость достойна. Да вы сияете. Бригала потерпела поражение на твоей руке.